Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что, начнем с арены. Так, смотри-ка, у нас с тобой 15 привидений. И плюс ко всему прочему. Опачки, так, эльф. Ну, храмовый пес, это неинтересно. И деньги. Так, ну что, давай сделаем с тобой еще одну заходочку по-быренькому. Я возьму, наверное, все-таки слабенький отряд. Тут, сам видишь, 20 уровень против меня, поэтому возьмем самый первый наш, как говорится, простенький отрядец. И здесь достаточно будет одного самурая. Поверь мне. Он 150 уровня. Ты представляешь, да, что он сделает с бойцами 20 уровня? Просто их всех расчехлит моментально, с одного удара. Мне даже ничего делать не надо будет. Он сам все сделает, сам справится. Как видишь, отлично, ребят. Ну что, нам остается подождать время, да, определенное, чтобы получить награды. Так, теперь мы с тобой посмотрим, что у нас на ежедневке. Я так понимаю, это паладин будет разыгрываться, но я не пойду. Почему? Потому что, во-первых, паладин, ребята, у нас есть. Во-вторых, по-моему... Ах, вот кто! Друзья мои, священник, да, или бишоп, как можно по-другому его назвать. Погоди-ка секунду, я кое-что хочу посмотреть. Во-первых, зайдем в магазин с тобой. Тут только лишь ползун у нас. Тогда я зайду, наверное, знаешь куда? В армию. Бишоп, бишоп. Так, его-то мне как раз и нужно, ребята. Его нужно прокачивать. И мне не хватает буквально 16 карточек. Слушай, вперед из песни. Тут даже не обговаривается. Так, ну, хотелось бы посмотреть, кого тут. Ё-моё. Смотри-ка, некр против меня. Плюс служитель тьмы, голем и... А кого да... Слушай, ну тут, понятное дело, мы возьмем с тобой вот так. Рыцаря-мага, плюс друидка, плюс возьму тоже паладина. И, наверное, мага, плюс жрица. Или все-таки взять лучше... Нет, жрицу я возьму. Плюс башня. Башня у меня будет... Да, самая обычная башня. Ну что, друзья мои, настала пора проверить, кто сильнее, его армия или моя. Если честно, тут конкуренция очень сильная. Одна только некра чего стоит. Но мы, знаешь, тоже с тобой не простачки. У нас есть... Опа. Так, ну, тут понятное дело, кто пойдет. Единственное, мне здесь не нравится, что у него есть чумная мышь. Вот, он уже ее отправляет. Так, а мы вот так будем хилять. У нас очень неплохой жрец. Хиляет он очень сильно, серьезно. Поэтому, как ты понимаешь, в принципе, не должно быть никаких проблем. Опа, а вот этого вот не надо делать мне. Не надо таких выкрутасов. Слушай, что-то мне кажется, что мы здесь с тобой победим. Главное отхиливать. Жрица пытается. Я еще одну жрицу позову, чтобы у нас быстрее все это дело пошло. И, ну тут у нас имбовая команда, тут, ребят, не поспоришь. Смотри, что мы вытворяем с тобой. Два жреца, сейчас они будут захиливать в усмерть. Все. Ребята, и сколько мы с вами получаем? Так, подожди. Победа, это все понятно. Ну-ка. 23. Это говорит о том, что мы с тобой нашего священника переводим на следующий ранг. Вот только мне не нравится, почему у нас здесь проходят загрузки очень долгие. Я боюсь, как бы она не зависла. И мне что-то говорит о том, что именно зависла игра. Нет, вроде бы отпустила. Так, смотри внимательно. Армия. Мы идем с тобой в армию. Вот он. Слушай, ну он получает у меня третью звезду. Вот так вот. Это все равно, ребят, приятно. Несмотря на то, что он мне не особо нравится. У него есть зачистка. А что она делает? Очищающий свет нейтрализует все негативные влияния атак. Вот оно как даже. Понял. Ну что, раз уж начали, давайте тогда продолжать. Там у нас еще два поединка. Поэтому погнали. Башня. Все по стандарту. Великолепно. Короля лучше здесь не брать. Почему не брать короля, друзья мои? Ну, во-первых, как босс, он бьет только наземные цели. Он очень слаб против воздушных. Воздушные цели здесь есть. Мы видели, что здесь присутствует чумная мышь. Поэтому не стоит рисковать. А схема получается одна и та же. Он выпускает голема, потом, наверное, выпускает чумную мышь. А мы с тобой будем тоже по старой схеме. Вызываем рыцаря-мага плюс нашу жрицу. Можно, в принципе, взять и паладина, и мага. В общем, тут уже кого хочешь выбирай. Все равно победа будет за нами. Единственное, я не могу понять, почему он так дорого стоит. Объясни, вот мне на милость.
именно вот маг. 350 энергии. На самом деле он столько не должен стоить. Это, по-моему, завышенная цена на него. Ну ты посмотри, как тут все великолепно. Я даже могу ускориться, ребята, чтобы все это быстрее здесь пройти. Найс. Да, ему, конечно, не кисло против меня здесь выступать. Так, и мы с тобой еще получаем 13 карточек на нашего бишопа. Так, давай вот без вот этих вот... Не знаю, почему-то именно на загрузке, ребята, зависает. Все, отпустила. Так, ну что, 9 карточек на бишопа еще можем с тобой успеть выиграть. И я хочу, конечно же, хочу. Так, погоди. Я даже друидкой здесь не успеваю, ребят, воспользоваться, потому что, ну, как бы мой отряд и так все отлично делает. Погнали. Сейчас мы сделаем с тобой максимальное количество энергии. Ну, сколько нам? 300. В принципе, 300 нам за глаза. Хотя лучше 400, потому что маг стоит 350, как ты видишь. Так, стоп. Давай вот так, наверное, сделаем. И сразу же жрицу. Все, она будет хилять. Давай еще. Если я вызову паладина, ребята, он вешает защитные щиты, насколько мы помним, да? Единственное, я не могу понять. Иди ты со своим этим. Единственное, я не могу понять, кто здоровье отнял у моей жрицы. Кто это умудрился и каким образом? Ну, тут все круто, можно ускориться. Тут, ребят, мы разнесем в хламину замок и всех врагов, кто нам уже тут только не встретился бы. Все. Великолепно. Так, ну что, сколько? 8-9 карточек, да, 9 карточек на бишопа мы с тобой забираем. Ну все, мы отыграли 3 попытки, причем очень хорошо. Так, вот знаешь, что меня смущает? Почему вот здесь, ребят, спасибо за покупку, раньше здесь давали нам бесплатные карты. Теперь мне их не дают. Почему? Пока не знаю вообще. Кстати, я только сейчас увидел, что у нас репульсор с тобой не прокачанный, оказывается, по полной программе. Обидно. Так, ну что, сделаем с тобой запрос. Запрос, в принципе, можно здесь и не делать, потому что у нас с тобой, ну, все по фуке. Это кто это меня тут опередил? Лен. Ах ты, Лен. Ах ты, жук ты маленький, а. Все-таки меня переплюнул, ты посмотри, а. Буквально на 600 очков. От жучара. Ладно, посоревнуемся еще с тобой. Так, ну что, ребят, мы приступаем с вами к поединкам. А почему, подожди, я что, сундук здесь забыл взять, да? Молодец, красавчик, 9 гемов. Так, ну, мы с тобой переходим на новую территорию. Это территория подданных, давай мы начнем с нее. Так, здесь, значит, паладин и грифон против меня будет выступать. Слушай, я думаю, вполне вот этот отряд. Нет. Вот этот отряд, скорее всего, да. Там почему, ребят, не пойдет? Против грифа очень тяжело драться. Даже насчет этого отряда я не совсем уверен. Я, конечно, сейчас вызову, попробую вызвать голема плюс ниндзю. Но он вызовет паладина и грифона. Вот в чем вся загвоздка. Сейчас проверим, как у нас с тобой тут все это получится. Плюс грифон, естественно, он будет выставлять 100% под защиту. БФГшка, если, конечно, к нам еще в помощь. Но еще голем. Слушай, ну так, в принципе, нормально. Если сейчас не будет... Ай-яй-яй-яй-яй, вот. Да, ребят, смертельный крик был у грифона. Так, жаба с молотом выходит. Мы еще молнию с тобой подключим. И разбираем уже с тобой башню. Так, опять грифона, а. Мы его уничтожили. И замок тоже уничтожили. Первый бой, первая победа, все отлично. Так, погнали. Выбираем с тобой вторую битву. И здесь у нас прибавляется жрица. Слушай, я думаю, особого ничего здесь такого страшного не будет. Жрица, да, конечно, будет захиливать. Причем очень серьезно. Паладина. Но у нас с тобой есть ниндзя и есть... Но все-таки бойцы у нас тут тоже не кислые. Тоже довольно сильные, серьезные. Так что сейчас будем проверять. Еще подкопим. Оу, он никого... Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а как так-то, как так-то получилось? Эй, мне срочно нужна ниндзя, ребят. Только за счет ниндзя здесь можем с тобой еще выкрутиться. Есть, но он ее подбивает. Ха, у ниндзи, как говорится, предсмертный хрип сработал. Молния, есть. Жрицу мы с тобой оглушили, соответственно, она пока не сможет захиливать.
Да чтоб тебя, эй! Вот кто опасный. Это грифон, ребят. Потому что когда он погибает, он может, естественно, своей душой, да, своим пламенем от Феникса уничтожить. Ну, вот, по крайней мере, ниндзи и БФГшки точно упадут. Но здесь, как мы видим, все отлично у нас получилось. И мы проходим с тобой дальше. Берем бой. Так, и здесь у нас, опачки, фехтовальщик. Ну, в принципе, ребята, фехтовальщик, да, он появился на третьем поединке. Расстояние довольно приличное, поэтому я успею прикрыться. Хотя он будет, наверное, начинать именно с него. Так и есть, он начал с него. Ну что ж, давай. Он дамагер, не забываем об этом. Это даже видно. Но ниндзя нам помогает. И самое главное здесь... Эй, ниндзя, не надо выступать. Главное прикрыться нам от грифы. Так, молнии, пошли, 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 пошли. Оглушили, великолепно. Слушай, а что если я вызову сюда богиню солнца? Успеем? Так, ураганчик вызовем на всякий случай. Квест завершен, назад. Я вызвал богиню солнца. Успеет ли она долететь? Да, наверное, успеет. Прикинь, ниндзя тут держит всех в кулаке. Воу-воу-воу. Шикарно. Просто шикарно, ребят. Еще одна очередная победа за нами. Так, мы с тобой заберем еще здесь гемы. 417. Нам еще нужно с тобой 83 гема поднять для того, чтобы получить супер-пупер ящик. Эпический, ребята. Ну, а мы с вами продолжаем. Так, ага, здесь уже будет маг. Твою налево. Очень много дальнобойных войск. Поэтому я предлагаю, наверное, взять вот эту. Почему? Ребята, здесь есть баллиста. Но вот я не уверен, что нам здесь понадобится ползун. Понимаешь, в чем дело? Ползун, он как бы, ну, он хорош, в принципе, но он против вот Ронина, чем-то такое попроще. Но не там, где паладины, сам понимаешь, да, почему? Так, ждем с тобой энергию. Естественно, первым пойдет у нас в бой Джаггер. Уже после Джаггера пойдет... Ну вот, что он и творит, ребят. После Джаггера, естественно, нам нужно вызывать баллисту. Баллиста, почему? Во-первых, сейчас грифоны пойдут, да? Вон, и жрица, чтобы он всех сразу накумаривал. Всех. Зачем я ползуна позвал? Скажи, вот зачем? Вот это было глупо и тупо с моей стороны. Клетка. Теперь сижу и думаю, зачем я взял клетку. Заморозка. Давай. Отлично. Магистр кислых щей. Ну, как бы смог победить, в то же время... Сам отдуплился. Грифончика уничтожили. Еще вызываю одну баллисту. Так, ползуна я вызывать не буду. Смотри, как долго, ребята, держится паладин в клетке. Очень долго. Да. Ну-ка, давай еще клетку вызовем с тобой. Вообще найсово. Ну все, тут побед за нами. Да, две баллисты, конечно, это сила. Издалека они просто делают какой-то кошмар для врагов. Ну, а мы с тобой переходим на последнюю миссию. И здесь у нас кто будет? Так, епископ, ну, против него, ребят, можно, в принципе, и так было бы подраться, да? Обычным отрядом. Но все-таки я возьму свою имбу. Потому что я должен все-таки отыгрывать, да, энергию. Надеюсь, сегодня мы все-таки успеем перейти на следующий портал. Ну, куда ты? Ну, куда ты, родной, идешь, моя? Ну, куда? Вот что тебе вот не хватает в жизни? Спокойствие. Вышел он. Сейчас мы тебя быстро тут раскурочим. Прямо через это, через отражение мы его накрыли. Во-во-во-во, давай. Успел, я думал, сейчас по паладину зарядим. Так, и моя чумная мышь тоже там подрывается. Куда ты, грифа, вышел? Вылетел он мне, понимаешь ли, тут. Ронин, давай, шурши чулками. Быстрее. На, и все, и замку крышка. Ронин, это что-то с чем-то. Если он подбежал и ударил, то это все, это сразу практически смерть. Друзья мои, мы переходим с вами на новую территорию. В сундучке нам достается что? Копейщица, король и 12500 монет. Так, территория захватчиков. Ага, страж плюс слизень, 99 уровень.
Мы, наверное, с тобой отыграем вот этот отряд. Я думаю, это ему по плечу. Правда, у нас с тобой будет очень маленькая дистанция между замками. Но у него юниты, поверь мне, не дешевые, далеко. И я думаю, что я успею, наверное, сделать, призвать нефритового воина, да? Терракошу. И все это дело... Блин, подожди, а как мне это все дело? Вот, страж. Ага, слушай, мы сейчас знаешь, что сделаем с тобой? Через тыквоголового. Блин, на этот еще подошел. Блин, как-то не в тему. У нас есть с тобой... Вот. Должно пройти, проканать, ребят. И есть контакт. Так, сейчас и слизень получит свое. Нормуль. Да-да-да, вы не думайте. Терракоша не такой слабак, как может показаться вам. Это, наверное, единственный, кто может противостоять именно стражу. Все, приплыл, хлопчик. Ха-ха. Круто мы тут, конечно, сделали с тобой. Очень круто. Давай еще одного грифа позовем. Блин, я очень жду, знаешь, какого момента, когда у меня все-таки грифон прокачается по полной программе. Он уже давно у меня, ребята, на предпоследней стадии. И все никак не могу я насобирать на него именно карточки. Так, ну что, давай следующий поединок. Наверное, будем с тобой отыгрывать. Опа! Нет, не получится отыгрывать этот отряд. Нам надо будет брать с тобой вот этих ребятулек. Потому что здесь у них хищнец. И мы все прекрасно знаем, кто такой хищнец. Чем он вредит. Поэтому вот. Вот, именно поэтому, ребят. Давай, пиликай. Отлично. Но не забывай, что он сейчас будет еще вызывать. 100%. Что-то я немножко не то сделал, конечно, да? Капельку не то я. Ладно, и так сгодится, ребят. И вот еще очередной хищнец. Ну, тут ему крышка. Так, страж. Со стражем немножко по-другому, ребят. Тут, конечно, все будет. Да он заколебал, а, своим хищницом тут травить меня. Все, замку крышка. Хе-хей. Кул. Так, давай посмотрим, что на следующем поединке нас ждет. Если тут уже пошли хищницы, это плохо. Опачки. Так, здесь пришелец. Здесь, друзья мои, пришелец. Я, знаешь, что, наверное, сделаю? Вот этот отрядик возьму. Почему? У меня здесь есть... Ну, ты сам знаешь, что у меня здесь, да? Ползун. И как раз против пришельца он будет заходить вообще на ура. Потому что я его буду отправлять. Естественно, он будет на него переключаться и похищать. Главное, чтобы он его не, как сказать, не завербовал против меня. Ну что, Джаггер, пошли. Надеюсь, он не будет выпускать больше пришельца этого. А мы вот так сделаем на всякий случай. Давай. А, вообще, ребята, прикинь. У нас так получилось, что мы с тобой получили сопротивление, и он вообще никого не смог захватить. Вот это, конечно, круто было. Так, тихо, мне знаешь, кто нужен? Да, мне нужна баллиста. Оу, а вот тут вот. И смотрите, что он делает, ребят. Он его против меня сейчас отправит. А вот это вот плохо. Вот это вот нежданчик для меня. Вот чем плохо вот этот вот, ребят, пришелец. Фигов. Смотри, что творит. Ураган. Хотя бы откинем их с тобой. Давай, ползун, беги. Ползи, лети. Вот Колобков пускай захватывает. Вот, захватывай Колобков. Колобки, это твое. Жнеца позвали мы с тобой, прикинь. Сейчас будет жнец тут веселиться у нас. Хотя замку крышка. Да, а я думал, сейчас успеет подойти. Прекрасно идем. Как говорится, у меня просто нет слов, друзья мои. Так, а ой-ой-ой. Хищнец плюс, как его звать-то, хамелеон? Тритон, конечно же. Блин, что взять-то? Этот отряд получается, да? Получается так. Но Тритон там будет усилять свою команду. Слизень под Тритоном — это довольно мощная получается машина. Слушай, ну у нас есть паладин.
Но здесь нет у нас с тобой хила никакого. Вот если бы паладина хиляла жрица бы сзади, со спины, вот это было бы четенько. Я сейчас попробую, знаешь, что сделать? Все-таки вызвать друидку. Наши тотемы против нее должны зайти очень хорошо. И плюс всадник на журавле. Погоди, а почему? Подожди, я не понял. Погоди-ка, я же вызывал. А где же это? Я вызвал друидку, слил все финансы, а друидки я так и не увидел. В чем проблема? Эй! Что за баг? Я не понял. Интересно, девки пляшут. Ладно. Погнали. Ну. Хорош, а? Хищнец думает сейчас, ага. Прорвется. Да никуда ты не прорвешься. Тут тебе все, крышка. Если друидка вышла, тем более она стоит сзади танков, а танки у нас паладины, то никто их не пробьет никогда. Потому что она их, во-первых, усиляет, во-вторых, она их захиливает и ускоряет. Там полный боекомплект, ребята. Ну что же, заключительная миссия. Здесь у нас лорд пустоты. Против лорда пустоты, ну, естественно, ребята, мы с вами берем наш имба-отряд и выступаем. Пока будем копить. Потом, если что, вызываем с тобой рыцаря-мага. Он начинает их там щекотать. Потом следом побежит, естественно, ребята, Ронин. Как же без него-то? Упс. Пролетай давай, шитик. Давай, наверное, мы эту чумную с тобой позовем. И вот так вот сделаем. Плюс Ронин. Окей. Тихо-тихо-тихо. Опа. Это чтобы он не перехватывал просто. Прыгун. Тритона вообще сразу снесли просто. Все, крышка. Ой, да, Ронин, конечно, помог здесь обалденно. Просто прибежал шмяк своей катаной и все, ребята. Ну, а мы забираем сундук. Ну, здесь, в принципе, у нас все прокачано, кроме вот гемы. Гемы, да, гемы нам пригодятся. Ну что, нефритовая долина. И здесь у нас самурай плюс ниндзя. Это первые, кто у нас выступают. Здесь мы возьмем, наверное, с тобой... Да, этот отряд. Хотя... Блин, подожди. Нам надо успеть с собой вызвать Терракошу. Против ниндзя пойдет он. Это первый наш боец. Не, ну так немножко несправедливо. Вот так вот получается несправедливо, друзья мои. Я не успею, наверное. Или попытаемся, давай. Вот хорошо, что он стал каменным. Давай. Мне нужен вот этот вот, естественно, ребят. Есть. Подожди, какой там есть? Ничего не есть. Блин, да ты специально, что ли, так в истерику еще впал? Давай, давай, выходим. Фух. Вот это найс. Я все-таки выстоял. Да, ребята, я выстоял. Еще давай. Он в истерику слишком часто впадает. Корни. Ну все, тут погром. Тут, ребят, самый настоящий погром. Шансов у него здесь выжить нету. Ха! Вот это вот успех. Вот это вот мы молодцы, ребят. Все, что? Ну он слишком часто впадает в истерику. Ты посмотри. Чуть ли не каждый второй самурай у него падает. Начинает плакать, махать своим этим мечом. В любом случае, этого не спасло. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Так, переходим на второй поединок. Так, здесь немножечко напряженно, в плане того, что храмовый пес. Он может наших ребят испугать. Но если я возьму вот этот отряд, я думаю, что вряд ли у него получится. Ну, напугать, может быть, получится, но разобрать с помощью ниндзя так быстро у него не получится. Так что давай проверять. Первым пойдет... Ой, ну да, первым пойдет все равно голем. Вот, вот, вот это вот ненавижу, ребят, когда... Видишь? Вот именно про это я тогда и говорил тебе, что...
кому урон наносит, я не могу. Главное, чтобы этот пес не крикнул своей вот этой вот штукой, волной. Иначе он, ну, наш замок получит урон. Понимаешь, да, чем я? Скороходок воздевершен. Это хорошо. Не знаю, правда, что за скороходы. Но все равно приятно. Молния, вперед! Оу, как великолепно. Прожарили. Подожди, ниндзя, вы бомбите по врагам. Куда вы в замок-то... Они в замок, по-моему, да, стреляют, нет? Чуть не могу понять. Как-то интересно тут получилось. Ладно, давай, выбегай. Голем, на выход. Так, карточку забрали. БФГшка, выходи. И молнию заряжаем. Ну и, в принципе, все. Им, наверное, крышка здесь. Да. Вот знаете, что я заметил? Когда молния попадает по вражескому замку, у него здоровье не отнимается. А вот если мы берем с тобой замок-сферу и стреляем лазерами, то вражеский замок получает урон. Так, еще 4 гема. Так, посмотреть 3 видео. Так, провести игр отрядом В5. У нас с тобой уже 2 боя. Да мы проведем, обязательно проведем. Вначале надо глянуть, кто у нас тут. Так, черепаха. В принципе, ничего страшного здесь нету. Не спорю, что она, конечно, будет наносить офигенный урон. Потому что черепаха все-таки это дальнобойный юнит. Можно вот этот взять отряд? Да? И ничего тут страшного нету. У нас с тобой тут и молотильщик есть. У нас с тобой здесь есть и щитобот. И паладин. То есть, ну, довольно хорошая компания. Причем, не забывай, что если погибает молотильщик, у него есть вероятность выпустить свою циркуляру. Уж от которой черепаха 100% отдуплится. О, тихо, 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 ребята. Вот это вот мне не нравится такой подход. Давай, 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 ниндзю. Есть контакт. Вот, видишь, что делает наш молотильщик? Выпускает пилу. Ай-яй-яй-яй-яй. А ну-ка, давай вот так вот сделаем. Есть. Это была перестраховка элементарная. Хоть молотильщик очень слабый, но он дамажит очень хорошо. Не хуже Ронина, поверь мне. Так, мы их прижучили? Да, мы их прижучили. Все, шансов нету. Там молотильщики сейчас начнут атаковать. Паладин упал у меня там. Что за непорядки такие? И карточку на замок мы с тобой взяли. Ну что, остается, по-моему, там у нас... Три поединка, а, два даже. Копейщик здесь будет. Копейщик. Ну, тут можно, ребята, вот либо вот этим отрядом выкрутиться. Давай попробуем. Тот отряд слишком хорош для вот этой команды, поэтому я вот так решил сделать. Сейчас будем самурая вызывать, потому что будут первым бежать, конечно же, копейщики. Они сейчас будут нас тут терроризировать, если честно. Так, поэтому нам нужно с тобой как можно быстрее вызвать Теракошу. Теракоша уже, как говорится... А, еще и ниндзя. Еще и ниндзя. Теперь нам понадобится... Тыквоголовый понадобится нам с тобой. Вот что я тебе скажу. И желательно быстрее. Да куда вы его еще напугали, эй? А он почему-то не стал убегать. И это круто. Ты видел, что Теракоша, он просто отвернулся, но он никуда не побежал. Это круто на самом деле. Я не знаю, почему это произошло, но мне это пошло в плюс. В огромный. Так, еще одного тыквоголового возьмем с тобой. Ай, как хорошо. Смотри. Вызовем с тобой кусты. И наш отряд с тобой спокойненько идет. Две головы тыквы, да, наносят там колоссальный урон именно по ниндзям и по этим. Ну, про копейщиков я уже молчу. По ниндзям и про псам. Вот по этим храмовым. Ну давай, давай, давай. Блин, опять он в истерику упал, а. Так, 57 секунд. Идем, 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 идем. Карточка на ниндзю. Ух.
Вот мы уже с тобой, в принципе, и замок начинаем разрушать. Просто такие отряды без остановок. Тут кого хочешь можно вырубить таким наплывом. Ну что, последняя миссия у нас тут. Поехали. Ох, елки-палки. Дух ветра, естественно, берем свой отряд супер-пупер прокачанный. Вот поверь мне, этот был бы отряд супер-пупер, вообще неубиваемым, если бы у нас вместо ведьмы стояла бы здесь друидка. Это просто... это трындец был бы. Но друидка у меня состоит в немножко другом отряде. А для того, чтобы хотя бы какой-то баланс был. Тихо, 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 храмовый пес, куда ты бежишь? Не напугаешь ты, да? Правильно. Так, что-то тут слишком много всякой барахлюхи вылезло. Давай быстро все это почистим с тобой. Так, прыгун, давай. Выметайся. Так, не забывай, здесь дух ветра. Что-то мне подсказывает, что он даже не выйдет, как всегда. Просто не успеет элементарно. Да. Изумительно. Ну что, друзья мои, мы забираем с вами наши награды. Честно заслуженные. Сундук нефритовой империи. Что меня интересует? Ну, наверное, на Сакуру, да? И все-таки 12,5 тысяч голды. Так, сколько у нас? А, это последняя территория. Так. Толкатель. Подожди, ребят, секунду. Секундочку, сейчас соображу. Толкатель плюс бомбер. Оу. Толкатель плюс бомбер. Наверное, вот этот возьмем отряд. Естественно, с толкателем пойдет в первую очередь наш голем драться. Тут надо любых ребят вызывать. Естественно, ниндзя. Блин, ну против бомбера, блин, я не знаю, ребят. И что творит, а? Как он сокращает дистанцию. Да ну хорош! Ты посмотри, что творит, эй! Да хватит, может быть, а? Молнии, помогайте мне. Ты видел, как он толкает всех? Просто выталкивает. Меня вот это бесит. Вот именно из-за этого он является опасным таким врагом. Врагом номер один для меня. Нифига, отсюда берет хоба на полэкрана, перетолкнул. Тихо, вот, смотри, что, а. Конечно, очень-очень сильно отталкивает. И бомбер специально здесь, ребята, призван для того, чтобы уничтожать именно мою ниндзю. Но, тем не менее, мы с тобой справились. Справились и очень круто. Так, здесь у нас закончилась энергия. Это плохо на этом отряде. Так, здесь у него прибавляется репульсор. Немножко сокращается у нас дистанция с тобой. Давай, наверное, возьмем вот этот отряд. Но здесь, видишь, в чем проблема? Здесь вот как раз против толкателя очень плохо работает молотильчик. Зато очень хорошо играет у нас роль всадник на журавле. Прям отыгрывает идеально. Так, здесь я пока ничего не буду делать, пускай он там пролетает. Я, наверное, позову друидку. Упс, некогда призвать друидку уже. Эй-э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 й! Ребят, что за дела? Фух, мне пришлось так вот сделать. От безвыходности просто. Молодец, всадничек. Ушатал его. Так, репульсор там что-то своими кастетами бьет. Все бесполезно. Ай, круто. Ну все, я думаю, здесь победа за нами. Мы их прижучили. Причем очень хорошо. А когда ты прижучиваешь врага возле своего же, как говорится, замка, то все, ему некуда деваться, ребят. Так, третья миссия. Тут... вот, вот, он тоже вызвал, ребят, молотильщика здесь. То есть молотильщик против молотильщика. Но у меня здесь все-таки есть преимущество, то, что всадник на журавле. Ему по барабану на этого молотильщика вообще. Если ты хочешь знать мое мнение. Ой,
Стоп. Давай так сделаем. И вот так. Да-да-да, это наш имба-отряд идет. Так, он заколебал, а? Видишь, что творит? Промахнулся, да? Так, паладиныч. Блин, ненавижу, когда вот так вот получается все. Да-да-да, начинает вот этот вот хандрой заниматься, толкать и там подобное. Есть. Ну. Пипец. Разменка вышла, да? Вышла, так сказать, разменочка. Мне нужен еще один всадник. Ну, последний удар. Все. У него, согласись, намного чаще срабатывают вот это вот циркулярные пилы. Вот эти вот, вот все предсмертные хрипы у него срабатывают в первую очередь. У меня очень проблематично с этим делом идут. А у него вообще идеально прям. Так, здесь, елки-палки, довольно хороший отряд, я тебе скажу. Плюс щитобот тут у него. Ого. Как ты думаешь? Это какой-то дурацкий вариант, по ходу дела. Ну, вот этот тоже здесь не особо хорошо зайдет. Ладно, поехали. Ну, я тебе говорю, что здесь не очень хороший, мощный отряд. Тут есть только вызывать деда нам. Старого, старого воина. Ой, а что это усор... Тихо. Блин. Ладно, вызываем Таракошу. А Таракоша, а кто будет прикрывать? Наверное, Грифон. Не, нифига не Грифон. Тыквоголовый. У него же здесь... Блин. Так, давай попробуем замедляху сделать. Я просто не помню, у него здесь есть... Вот он, толкатель. Я думал, что его нету. Есть он тут. Ну-ка. А что, у меня только головой погиб, да, получается? Ну, дедуль, пора выходить. Пора выходить и наносить существенный урон. Бабах. Пошел, пошел, пошел дед наш в разгул. А кто его оглушил? Ага, щитобот. Да-да-да, он же может оглушать. Тихо-тихо-тихо, не надо тут буянить. Проходим, 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 проходим быстрее. Сколько там? 54 секунды осталось. Воу. Ураганчик плюс деньги. И я думаю, что это, да, жирная точка. Все, ребят, разбомбили. Так, и остается, по-моему, последний поединок. Здесь у них, ох ты, термин 9000. Собственно, ребят, персоны. С ним шутить не будем. Блин, мне бы как-нибудь самому прокачать этого термина. Он же у меня есть, ребят, но не прокачанный. Слабенький, по-моему, там 2 звездочки имеет всего лишь. А так бы хотелось бы его поюзать, посмотреть, что он из себя представляет. Насколько он силен. Ну, куда ты бежишь? Правильно, Ронин. На! Будет знать свое место. Ронин даже против щитобота очень хорошо идет. Вообще, да. А вот против бомбера ты сам видел результат. Бомбер, конечно, очень сильно бомбит. Зашел в шал. Давай, давай, по замку. На! Так, я чувствую, что сейчас уже выйдет этот термин 9000. Вот он. Вот он, друзья мои. Все. Уничтожили, да, да, уничтожили мы его. Так, что-то у нас тут с армией как-то вообще все жидко. Ронин. Молодец, красавчик. Есть.
Ну, как ты видишь, победа за нами, ребят. Затянулся немножко бой, но это ничего страшного. Так, и награды мы с тобой забираем. Здесь у нас что? Ядерный робот, 12500 монет и завод. Так, и тут. Погоди-ка. А мы здесь успели все-таки сфейлиться? А как это я не доглядел, друзья мои? Это какой у нас первый бой? Второй? Слушай, интересно, разве я... Блин, ну давай, давай сыграем. Я думаю, почему-то мы с собой получили... Так, квест завершен, тактика. Я думаю, почему у нас всего лишь две победы? То есть, две награды. Вот почему, потому что мы тут с собой, оказывается, не добрали. Ну что, рыцарь-маг, я думаю, здесь нам поможет. Давай, начинай тут потихоньку. Ронин. Опа, толкателя сразу смели. Ну, как ты понимаешь, тут просто разбор полетов. Вот это уже другой разговор. Просто я как-то не доглядел тот вариант, что у нас оказывается. Опа, и мы с тобой забираем еще три гема. Четенько. Так, ну что, теперь-то я могу забрать? Да. 14 призраков. Так, 14 копейщиков и 14 королей. И, друзья мои, у нас новенький свеженький портал. Территория захватчиков плюс территория нежити дополняется нефритовой долиной и долиной подданных. Плюс, опять же, захватчики неугомонные. Они здесь присутствуют два раза. Ну что, у нас пока есть энергия, поэтому ох ты. Бородавочник плюс ползун. Неплохая комбинация, но нам есть чем ответить. У нас тоже есть ползун. Но у нас нет бородавочника. Не-не-не-не-не, парень. Даже не думай об этом. Так, подожди, у нас 250, это минимал. Ой! Успел, успел, успел. Я сейчас попробую, ребят, вот через Джаггера выйти. Есть. Так, он вышел спокойно, никого не отбрасывает. И это круто. А теперь нам понадобится наша баллиста. Нам наша баллиста понравится. Ой, понравится, понадобится, конечно. Ну и все, в принципе, он доигрался, я так понимаю. Да-да. Последнее, ребят, приготовление. И бамс. В мясо. Так, ну что, поединочек неплохо. Неплохо у нас прошел. И у нас вторая, ребята, карта. Здесь прибавляется жаба с пушкой. В принципе, тоже ничего страшного нету. Ну, вышло и вышло. Опять же, у них там есть ползун. О нем не стоит забывать. Я отправлю на разведку. Скажем так. Секунду. Не-не-не-не-не, не надо. Ползун, помогай. Ползун, кстати, не слабо так отнимает здоровье у вражины. Ты заметил? Я думал, будет меньше. Но все очень даже хорошо. Давай-ка, наверное, с тобой вот так сделаем. Хе-хе. Подожди, а почему не сработала клетка? Она должна была сработать. Не понял юмора. Что-то не то. Что-то пошло не так, да, скажем? Давай, Джаггер, выходи. Джаггер, ползун. Все пускай выходят. Ну и добивка. Вот она. Прекрасно. Так, ребята, у нас с вами... Так, еще три этапа. Энергии пока есть. Тьфу. Они меня решили напугать этим воблером. Да ничего у вас не получится. Ничего. Так, подожди секунду. Сейчас посмотрим. Наверное, Джаггер будет первым выходить. Сразу ползуна. Опа, опа, опа. Это хорошо, что ползун. На! Ё-моё, эй! Это уже перебор. Вот это уже называется перебор, друзья.
Все, готов. Джеггер, давай, выходи. Клетка. Воблер, не буянь. Так, а он все-таки успел выйти, да? Ну, это так, небольшая побочка была. Ну, и как ты видишь, мы с тобой начинаем тотально уничтожать вражеский замок. И у нас это довольно неплохо получается. Все, ребят, двигаемся с вами далее. Еще два поединка нужно сделать, чтобы пройти территорию, как говорится, захватчиков. Ну, здесь только лишь жаба с молотом прибавляется. Да, довольно неприятный юнит. Он сильный, особенно у него сильный удар этим молотом. Ой! Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, тихо-тихо-тихо-тихо, что-то я заигрался, засмотрелся. Угу, вот он как начал. Вызвал, да, значит, жабу с молотом. Давай тоже так успеем. Ну, почти, почти успели. Давай, некро, помогай нам здесь. Клетка. Ну, и я думаю, что здесь мы с тобой еще и баллисту позовем. Что там происходит? Ничего не пойму. Сыр-бор какой-то. Так, минус. Некро, давай еще, выходи одна. Где ты там? А этому, конечно, неприятно бомбить, да, колобков-то моих. Я понимаю. Так, Джаггер мой распластался, к сожалению. Ну давай, 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 давай. Так, еще одну баллисту позвал, на всякий случай. Хотя можно было бы и не звать. Мы и так справимся здесь. Ну, вот и все. Так, а теперь у них будет здесь босс. А босс у них кто? Кстати, у нас с тобой нету... это у нас как вот он звать-то? Смотритель. Хотя есть у нас энергия с тобой. О, везде по одной энергии откатилась. Смотритель, да, значит? Ну, поехали, поехали. Возьму свой отряд имбовский. И этого смотрителя порвем. Надеюсь, потому что он может перехватить всех моих воинов на себя. Ну и что-то вышел такой довольный. У меня вот кто есть в противовес тебе, так что ты даже не думай здесь выпендриваться. Плюс Ронин. На, сейчас вдвоем тут, да. Быстренько мы его нахлобучили. Плюс чумная мышь. Воблер. Да, вот это, конечно, немножко похуже. Заморозка. Бежит, бежит, бежит. А что случилось? А кто? Кто подбил моего Ронина? Никто? Никто. Все, ребята, уничтожили. Ну что, забираем с тобой награды. А награды у нас какие? Сфера, деньги, жаба с пушкой. Мы с тобой ворвались на территорию нежити, ребят. Здесь встречает нас зомби плюс некро. Я думаю, вот этот отряд будет как нельзя идеально здесь подходить. Я знаю, что он будет сейчас выпускать здесь кучу зомбарей. Поэтому мы начнем вот так вот. Че, неужели некро? Нет, не должно быть, да, ребят, все отлично. А вот это уже хуже, потому что он сейчас задолбает мне своими вот этими вот... Как их звать-то? Колобками. Колобки, да, они, ребят... Буду здесь тотально сейчас убивать всех. Но всадник на журавле не получает урон абсолютно ни от кого, ребят. Поэтому ему здесь очень даже удобно будет бомбить. Ох ты, два? Может, хорош? Две некро он позвал, совсем оборзел. Давай, 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 нахлобучиваем. Все, вышка. Тотальненько, да, все у нас получилось. Ну что, у нас второй поединок. Здесь чумная мышь добавляется. Чумная добавляется мышь.
кем ее прикрыть, ребят? Я не знаю, может быть, у нас только один вариант. Вот этот отряд. Но здесь, знаешь, в чем проблема? Во-первых, здесь зомбики, да? Будут, опять же, они очень быстро выходят. Нам надо с собой будет как-то постоянно прикрываться. Плюс, не забывай, сейчас чумной... Да, он начал с чумной мыши. И, насколько я помню, моя все-таки ниндзя, по-моему, слабее чумной мыши именно по дамагу. Или нет? Нет, нормуль. Все отлично. Погнали. Ага, ох, она успела, ребята, выжить. Давай, 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 прожучиваем. Блин, ну... Да чтоб тебе, что-то не то идет, ребят. Что-то не то. Эй! Блин, это некро паршивое. Нам надо, наверное, БФГ с тобой позвать. Что-то мне подсказывает, что здесь крышка там. Ну-ка, молния, может быть, поможет как-то. А-а. Друзья мои, бесполезняк. Заплевывает. Вообще не вариант. Да ну, блин, это... Да куда ты бьешь-то, бомби под... Все. Все, ребят, нанесли урон. Да... Да это трындец какой-то полнейший. Пси. Стоило только вот этих вот чумных мышей пропустить, и все, и они меня запинали, ребят. Ну, этим отрядом я вряд ли здесь выкручусь. Я могу... У меня, конечно, нету больше вариантов. Придется брать его. Но это... Не знаю, давай посмотрим. Тут очень, ребят, такой довольно дорогой отряд. И ты сам понимаешь, он начнется с чумной мыши. Кто у меня может чумную мышь прикрывать? Ну, только грифон. Ну, до грифона, извини, мне нужно еще докачаться. 325. Я не успею. Не, ребят, это... Хотя, постой. А, все, мы получили повреждение. Не, ребят, это не то. Не то все это, что я хотел. Тут ускоряться можно спокойно. Да, как-то не пошло. Тыквоголовый, да, он тут хорош, я не спорю. Он против вот этих всех гаденышей очень даже хорошо разрулил ситуацию. Но мы не успели с тобой прикрыть. У нас друидки нету, которая могла бы нас тут захилять. Ладно, просто хотя бы здесь нанесем повреждения. А в следующей серии мы с тобой разнесем замок в сухую. Да? Чтобы получить нормальные награды. Нету откатиков никаких. Давай-ка посмотрим с тобой. Где-нибудь, может, энергия? Не, ребят, нету. Ну что, тогда будем сегодня закругляться. Ребята, главное, что мы епископа прокачали, да, на еще одну звезду, и это очень круто. А на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.